Третий период, друзья. Последний раз в этом матче поменялись воротами команды. И энергия от меня слева, основной состав, ворота справа. 5-0 счет на табло после второго периода. Хороший был и первый период, и второй в исполнении нашей команды. В принципе, скорости не очень высокие, но очень результативно сегодня играют ребята, за что им огромное большое человеческое и комментаторское спасибо. Редкая контратака в исполнении нового состава. В средней зоны начинают хоккеисты. Встречают их защитники нашей команды. Первое звено сейчас на площадке. Вороной, Шаматов, Мурунов. И вот сейчас передача на Воронова. Немножко не справился с шайбой наш стремительный нападающий. Из-за ворот основной состав начинает. Ну, честно говоря, немного было бросков по нашим воротам на месте. Сегодня Евгений Карпов все видел, все забирал, парировал и, в принципе, играет пока надежно. Побежал Булычев, сам побежал. Хорошая была передача на Бегишева. Добавить не получилось. И вновь бросок. И где шайба? И шайба у вратаря. Шайба у вратаря. Это значит, что вбрасывание будет в зоне основного состава. Кананчук. Встречают нападающих. Шутов. Два в одного выходит. Бросок мимо ворот. И поехала атака на ворота основного состава. Булычев раскатился. Бросок практически от синей линии, мощный. Надежды на рикошет, но тоже не, шайба не достигла цели. Один в один выходят игроки основного состава и забивают. Да. Зевнули наши защитники откровенно. И счет становится 5-1. Да. Ну что ж, сработало старинное хоккейное правило. Не забиваешь ты, забивают тебе. Счет стал 5-1. Еще есть целый период для того, чтобы нашей команде увеличить отрыв. Ну, а основному составу, чем черт не шутит, попытаться сравнять. Повнимательнее надо играть нашим кистам. Рано расслабляться. И вот наш капитан устремляется в зону соперников, пытается отобрать шайбу у кистов нового состава, но у них свои планы на этот счет. И Карпов прижимает шайбу к площадке. Будет вбрасывание в нашей зоне. Удалялись игроки основного состава во втором периоде. Удалялись игроки у нас. Ну, в принципе, в целом игра проходит корректно, без каких-то серьезных нарушений. И вот Шаматов пытался перевести шайбу на Бегишева. Немножко не получилось. Перехват в средней зоне. Мурунов. Брос в зону. Бегишев первый на шайбе. Нет, первые на шайбе оказались хоккеисты основного состава. И начинают атаку. 3 в 2. Да. Хорошо, что не получилось. Контратака. Шаматов. Хорошая была передача на Бурунова. Не дошла шайба до Макса. Бросок Шутова. Также не достиг цели.
перебрасывают шайбу через всю площадку защитники основного состава. Пытаются организовать атаку. Застревает шайба в ногах наших защитников. И входит в зону основного состава. Жиренков потерял шайбу. Булычев подстраховал. Афанасьев и Жуков у нас в защите. Вороной, Жиренков нападение. Сейчас с шайбой Вороной. Немножко поторопился. Будет сбрасывание в средней зоне. Выигрываем вбрасывание. Афанасьев, Вороной. Немножко не получилось. Подставлена клюшка. И вот сейчас получает простор Владимир. Побежал сам. Хорошая передача была, но как-то вот мимо шайбы проехал. Да. Вновь будет удаление. И вновь удаление. Да. Вороной, да, едет у нас на скамейку. А, прошу прощения, нет. Не Вороной. Да. Булычев Антон зацепил. В меньшинстве наша команда. Два раза мы были в меньшинстве во втором периоде и оба раза отбились. Но не получилось в этот раз. Хорошо реализует большинство основной состав. И потребовалось буквально 10 секунд на это. И счет становится 5-2.